Отдел по делам молодежи Солигорского райисполкома совершенствует работу информационно-пропагандистской группы. Теперь выступление специалистов дополняет демонстрация фильма «Свет в конце тоннеля» о негативных явлениях в обществе и их печальных последствиях. Одними из первых зрителей стали жители деревни Кривичи. Сегодня мы не только рассказываем, а показываем. Мы уже опробовали такую форму на семинаре учебы среди воспитателей молодежных и студенческих общежитий и сделали вывод, что эта форма оправдает себя. Потому что вот есть на молодежном сленге такое выражение «цепляет». И вот этот фильм действительно цепляет, и я думаю, многие сделают вывод. В основном присутствуют специалисты, то есть уровень специалистов, которые, в принципе, доведут, я думаю, полученную информацию до своих подразделений. Ну и, наверное, будем стараться как-то фильмом показали этот довольно впечатляюще, так скажем, и как-то попросим, что может по подразделениям его показать отдельно еще. Потому что собрать всех невозможно, но я думаю, по подразделениям мы сможем это тоже сделать. Не менее важной и актуальной была информация представителей районного отдела внутренних дел, сотрудников госавтоинспекции, горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, психоневрологического и кожно-венерологического диспансеров, центра гигиены и эпидемиологии. Они также ответили на интересующие сельчан вопросы. Как отметили организаторы встреч, специалисты отдела по делам молодежи, наиболее востребована такая форма работы в сельской местности, жители которой чаще сталкиваются с недостатком информации. Следующий выезд информационно-пропагандистской группы состоится в конце марта. Она будет работать для коллективов Открытого акционерного общества «Белслуч» и ПМК-79.